Всем привет, с вами Давид Ильич, и сегодня на обзоре снова SSD от компании VD, это VD Black SN850X на 4 терабайта. Кстати, данное SSD можно купить по хорошей, привлекательной цене на Авито, оригинальный, а не подделка, которая сегодня встречается. И пока я снимал обзор, там этот SSD еще и подешевел. Продавец проверенный, рекомендую, смело можете заходить и покупать. Серия SSD-накопителей SN850X – это топовая линейка SSD-накопителей от компании Western Digital. Здесь у нас свои разработки, свой контроллер, вроде как и VDG2, а вроде как и SanDisk. Здесь свои чипы памяти SanDisk, но вот DRAM кэш здесь у нас сторонний. Но самое главное, что этот SSD у нас быстрый и с DRAM кэшем. Сегодня достаточно много предложений на различных площадках по очень низким ценам, и там у вас есть вероятность напороться на подделку. Один из моих подписчиков скинул мне поддельный VD Black SN850X, купленный через Озон Global с доставкой из-за рубежа. Благо, ему деньги вернули, все это дело направил обратно китайцам, но отличить подделку уже можно внешне, потому что сделано все там не так качественно, объем указан в виде стикера, никто там не будет делать отдельную упаковку для отдельного объема, как это делает Western Digital. Так что имейте это в виду. Сейчас только что вы увидели все фотографии подделки отдельного SSD. Понятное дело, что человеку, который впервые в жизни покупает SSD-накопитель, определить подделку от оригинала практически невозможно. Ну и именно для этого существуют мои обзоры. Вы можете поставить на паузу и сравнить ваш SSD с моим по внешним признакам. Упаковка, стикер, ну вообще чипы памяти, контроллер и прочее. Но вернемся к нашему топовому SSD. 7300 на чтение, 6600 на запись, 5 лет гарантии и 2400. 400 терабайт ресурса, все это VDSN 850X на 4 терабайта. Да, заявочки классные, заявочки крутые, но давайте установим его и сделаем все тесты. SSD-накопитель VD Black SN850X на 4 терабайта установлен. Переходим в управление дисками для инициализации нашего нового SSD. Далее форматируем наш накопитель в файловую систему NTFS. Ждем завершения форматирования. Все у нас быстро, все у нас мгновенно. Чистый объем у нас 3726,1 гигабайта. Но операционная система округляет до 3,63 терабайт. Теперь все закрываем и запускаем Crystal Disk Info, где мы посмотрим на смарт-параметры нашего накопителя, которых здесь у нас не так много. 35 градусов под здоровенным радиатором от переходника, хосты чтения записи по нулям, 3 включения, 0 часов работы, абсолютно нулевый SSD перед нами. Ну и для контроля за температурой запустим утилиту CPUD Hardware Monitor, где мы сворачиваем все устройства, кроме нашего SSD накопителя VD Black SN850X. Дальше мы с вами идем в утилиту AIDA64. Сначала смотрим, что нам покажет утилита, если в базе этот SSD. SanDisk ID Vendor у нас здесь указан. Так, рекламка. Итак, 112-слойная BX5 память от SanDisk, конечно же, что касается контроллера VD, он же SanDisk, ну и все остальное мы здесь с вами видим, 7300 на чтение, 6600 на запись. Так, теперь идем смотрим, что у нас по температурным датчикам на нашем SSD, датчик у нас здесь один, ну и пора перейти к обкатке нашего SSD накопителя, это у нас тест диска на линейную запись на всем объеме, так что запускаем и ждем результат. Ну а пока идут тесты, перейдем на официальную страничку Western Digital. Версия на 4 терабайта бывает только без радиатора. Также можно, смотрите, как купить план подписки на восстановление данных с SSD, видимо, в случае потери очень интересно. Ну и да, все быстро, ультимативно и так далее. Так, смотрим. Скорости 7300 на чтение, 6600 на запись, 5 лет гарантии, ресурс 2400 терабайт. В общем-то, все как у всех, хотя вот линейная запись могла бы быть и повыше для большей конкуренции с другими производителями. Итак, тест у нас завершен. Типичный график для TLC и SSD накопителя. Треть от общего объема. Здесь точнее 30% на максимальной скорости. Потом скорость снижается до отметки примерно 1,6 гигабайта в секунду. И на этой отметке держится. Периодически скорость у нас поднимается до 3 гигабайт в секунду. Что ж, ничего
Ничего необычного, все предсказуемо. Максимальная температура была 58 градусов под здоровенным радиатором. Так что SSD у нас все-таки нагревается, все-таки горячий. Но давайте выполним инициализацию нашего SSD. Снова создадим простой том NTFS. Подождем завершения форматирования. Выполним оптимизацию. Сделаю паузу 15 минут и запущу оставшиеся синтетические тесты. Ну что, тесты сделаны. Результаты у нас получены. При заявленных 7300 на чтение, 6600 на запись. К скорости линейной записи никаких проблем нет, все полностью подтверждается. На записи чуточку не хватает 300 мегабайт в секунду до заявленных скоростей, тоже ничего страшного. Ну и случайно 4К 92 мегабайта в секунду, великолепный, классный результат. Что касается SSD Benchmark, здесь SSD набирает 11202 балла, тоже супер результат. В ATO Disk Benchmark у нас все не так красиво, как хотелось бы. На мелкоблочке у нас 43 на чтение, 21 на запись, но это мало. Да, на VD Black у нас вот этим как раз он у нас и отличается от других топовых SSD. Если мы посмотрим на 3D Mark, 4220 баллов, тоже отличный результат. Если мы посмотрим на PC Mark 10, 4374 балла у нас на быстром тесте и 3845 баллов на полном тесте. Результат тоже отличный. Что ж, сворачиваем все наши полученные результаты. Обязательно показываю вам операции ввода-вывода. И можем приступать к тесту на реальную скорость записи. Для этого, как обычно, будем копировать папочку рендер с нашего накопителя. Да, это Samsung PM9.1 на 2 терабайта. И смотрим. 3,6 гигабайта в секунду. Великолепный результат. Смотрим, что же у нас будет дальше. 3,8 гигабайт в секунду у нас здесь. Супер. Смотрим, что будет у нас после заполнения SLC кэша. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая. И на записи 12 папки после записи 1120 гигабайт у нас скорость снижается. Снижается она у нас до отметки 1,5-1,6 практически. Так, скорость у нас пошла вверх. Да, дальше она уже точно не пойдет. Что ж, я думаю, на этом с заполнением SSD у нас все. Вот эти вот подъемы, редкие скорости, которые мы сейчас с вами увидели, это как раз то, что мы видели на тесте VD64. Я так понимаю, вот эти вот отрезки, да-да-да, это как раз связано с этими скачками. Давайте закинем на всякий случай 13-ю папку. Ну и к концу записи 13-й папки, да, мы с вами видим, что скорость у нас периодически поднимается, но в целом держится на 1,5 гигабайтах в секунду. Что же, здесь ничего необычного. Другие топовые SSD показывают такой же уровень скоростей после заполнения SLC кэша. Так что с тестами на платформе Intel все. Давайте сделаем тесты на платформе AMD и будем подводить итоги. Итак, тесты сделаны, результаты получены. Тестировать данные SSD на тротлинг, на перегрев я не стал, потому что в любом случае на любой топовый SSD всегда ставьте радиатор. Неважно, от вашей материнской платы, либо купленной отдельно. Чтобы SSD работал максимально стабильно и быстро. Ну и служил еще вам очень-очень долго. Что касается заявленных скоростей, то здесь у нас все скорости полностью подтверждаются. Ну и, конечно же, давайте сравним результаты на платформе Intel и AMD. Да, на Intel линейное чтение у нас пониже, чем на AMD, во всем остальном Intel впереди, и там, конечно же, высочайшее случайное 4К чтение, 92 мегабайта в секунду, отличный результат. Точно так же SSD на платформе Intel показывает себя лучше VS SSD Benchmark, в ATO Disk Benchmark тоже, но именно на этом тесте у мелкоблочка, у Western Digital очень низкая по сравнению с конкурентами, где есть и больше сотни на чтение, и там в районе 50-70 на запись. Что касается игрового бенчмарка 3D Mark, и там у нас преодолевается отметка 4000 баллов. Да, все соответствует топовому SSD. Ну и точно так же хорошее значение у нас и на PC Mark 10. Неважно, вы используете данные SSD на платформе Intel или на платформе AMD.
Что же касается тестов на реальную запись, то, блин, 4 терабайт сегодня, ну, максимально достаточно для абсолютно любых ваших задач. Неважно, под систему, под игры, под файлопомойку, везде подойдет SSD-накопитель объемом 4 терабайта, еще и с DRAM-кэшем, как здесь. Ну и что касается SLC-кэша, то здесь он просто огромный. Да, это все те же 30% от общего объема, но за счет объема данного накопителя в 4 терабайта, здесь вы вряд ли когда-то увидите снижение скорости из-за заполнения SLC-кэша. Ну а скорость до заполнения у нас 3,6-3,8 гигабайта в секунду, иногда можно увидеть значение 3,9, никаких вопросов. После заполнения скорость у нас снижается до отметки 1,5-1,6 гигабайта в секунду, иногда немножко возрастая и снижаясь снова, так что здесь тоже никаких вопросов нет. Данные SSD соответствуют по поведению многим топовым PCIe 4.0 SSD. Так что, подводя итоги, VD Black SN850X на 4 терабайта смело можно брать. Свой контроллер, свои чипы памяти, своя прошивка, все практически здесь свое, и соответственно у нас свой высокий результат. Да, в ATO Disk Benchmark на мелкоблочке все-таки хотелось бы увидеть значение повыше. В любом случае, данная SSD подойдет под абсолютно любые задачи, которые вы придумаете. Ну и, конечно же, спасибо вам, друзья, всем зрителям, подписчикам, кто принимал участие в сборе на покупку данного SSD. Всю сумму мы собрали, этот SSD уже разыгран и после обзора поедет к своему победителю. Но если вы хотите также, переходите в группу ВК, узнавайте все правила и условия, участвуйте и выигрывайте SSD. После обзоров. Но у меня на этом все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте, не забываем про сайт Pro SSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока! Ну и для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит топовый PCIe 4.0 SSD накопитель на 4 терабайта от компании Western Digital, ссылочку оставлю внизу, и на Авито аккаунт, где был он куплен, и на официальном магазине, где ценник гораздо выше. Ну и решать вам, нужна ли вам 5-летняя гарантия от магазина, за которую вы переплатите достаточно много, либо купить на Авито и пользоваться, потому что это все-таки надежный SSD накопитель.